Доброе утро, с вами доктор Влад. У нас минус один и ощущается как минус три с ветром. Ну, пока еще вот эти дни нормально. Но я говорю, уже вот начиная с субботы будет ночью минус 16, потом минус 18, потом минус 21. И, ребята, наверное, я на крещенские вот эти морозы возьму тоже отпуск небольшой. Потому что я этот дом не знаю совсем. Вот как он себя поведет в мороз. Ну и Мишенька еще тоже, конечно. Ну, в общем, ладно. Там видно будет. Дожить надо. Давайте новости смотреть. Вот открываю я Твиттер. Так, и что здесь у меня в Твиттере, не дай бог. А, вот прям сегодня, прямо сегодня в МВД сообщили о резком падении посещаемости храмов на Рождество. Вот оно что. Жителям Подольска, у которых с 4 января нет отопления, кошмар какой, сегодня 8, разрешили за него не платить. Вот оно что. В регионах России начали открываться специальные штабы или штабы по борьбе с сепаратизмом и национализмом. Какая-то хрень. Так, Следственный комитет провел обыски после аварии на котельной в Подольске. Обыски в котельной. Ну, логично, в принципе, это не трубы же чинить на самом деле. Обыски в котельной. Так. Вот парень пишет, это все на первой странице Твиттера. Если на Донбассе живут русские люди, и это русская земля, то если в Москве живут таджики, то это таджикская земля. Я все правильно понял? Да. Ну ладно, теперь из папочки. Россия — это единственная страна в мире, у которой уже более 100 лет засекречены архивы. Потому что в этих архивах не история страны, там список бесконечных преступлений. Верно, да. Топ-менеджеры Tesla и SpaceX обеспокоены наркопотреблением Илона Маска. Пишет, так, это Wall Street Journal. Издание цитирует гостей вечеринок, на которых, по их словам, миллиардер употреблял ЛСД, кетамин и другие вещества. Поведение Маска противоречит политике SpaceX и Tesla и может угрожать контрактам с НАСА, отмечает издание. Рыженький, ты уже пришел? Не видать его. Ну, где-то там он. Да здесь он. Подвинуть. Вы любите на рыжего смотреть. Вот так. Все равно не видно. Нет, видно. Вон, вон морда-то. Это его морда. Так, ладно. Маск, наркоман. В Ярославской области хлебозавод перепрофилируют под выпуск военной продукции. Выпечка хлеба на предприятии уже остановлена, работники уволены. Так. Сейчас по телеку выступал странный человек, кто-то пишет. Вроде мужик, а вроде нет. У него золотой колпак на башке, огромная борода, и он был завернут в ковер. На груди золотой рэперский крест с каменьями, а в руках трость. Он сначала выл, потом стонал, а потом сказал, что мы все умрем. Ну точно, в ковер завернутый. Ой-ой. Так. Вот, комментарий. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь. Я тоже сразу вспомнил, кстати, но вот кто-то написал. Так, в 24-м году Трампа ждут сразу несколько судебных процессов. Да ну нахрен, сажайте быстрее. Так, Байден подписал указ о продлении каникул
для ремонтных бригад, которые должны дать тепло в дома жителей Подмосковья. Да, и в подъезде накакал. Так, депутаты двух немецких партий призвали канцлера Шольца передать Украине крылатые ракеты «Таурус». Да правильно, давно пора. У знакомого родной брат в Германии, общаются обычно по сотовому или в скайпе. Тут почему-то созвонились по стационарному телефону. Через 15 минут приехали менты с группой захвата выяснять, что за звонок за рубеж. Выяснили, уехали. Чел до сих пор в шоке, что это было. Вообще-то... А вот тут еще комментарий. У друга папаня получил 5 лет условно полгода назад за звонки сыну и дочери по WhatsApp. Коллеги с работы донесли, он работал главным инженером на оборонном заводе в Ижевске, патриот-путинист. 3 месяца мурыжили в НКВДшном подвале. В республике Башкирия охотник выстрелил из ружья в священника, перепутав его с диким животным. Так вот, в ковер надо заворачиваться. Нифига себе. Так. В ДНР нашли признаки картельного сговора среди производителей яиц. Ведутся проверки, рассказал Пеннис Душилин. В правительстве региона ранее называли причиной подорожания сезонный фактор – и то, что осенью курицы меньше несутся. Так. Токио принял решение о поставках США ракет для установок Patriot, которых не хватает Киеву. Это позволит Вашингтону передавать такие ракеты Украине. Вот так вот, такая вот схема. Так. БПЛА, ну беспилотник, приземлился на завод «Сплав» в Туле. Завод производит грады и смерчи для армии РФ. Приземлился хорошо. Так, Трамп назвал способ избежать гражданской войны в США. В США? Ну, конечно, его надо выбирать. Все, и космические войны все прекратятся в момент. Трамп прекратит. Город Макарьев, райцентр Калужской области РФ. Из-за мороза часть жителей осталась без воды, так как у них в домах нет водопровода. Они набирали воду в колонках на улицах, а колонки замерзли. Вот так. Так, ликероводочный завод выпустил водку в бутылке с левой резьбой. Такого западла с похмелья не ожидал никто. Левая резьба, прикиньте, да? С похмелья ты не откроешь. Собянин распорядился начать строительство стены вокруг Москвы, чтобы не допустить нашествия одичалых из Подмосковья. Ну, это что-то какая-то шутка. Ну, черт его знает. Сначала шутка, а потом на самом деле. Так, Лобков, это газета РУ. Газетка РУ. Лобковые вши оказались на грани исчезновения. Лобковым вшам негде жить. Херня какая-то. Газета РУ. О, взятки вышли на новый уровень. Владелец клуба «Мутабор», где прошла вечеринка Ивлеевой, ну та вот голая вечеринка, подарил московскому храму фрагменты мощей святого Николая Чудотворца. Где он их взял, интересно, а? Подкупил. Так. Уголовное дело возбуждено по факту прорыва теплотрасс в Подольске. Области проводят. А, вот комментарий. Кочегар уже дает признательные показания. Следующий комментарий. Покойный. Да. Крупнейшая розничная сеть объяснила дефицит куриного мяса плохой погодой. Ух ты! Рыжий что делает, а? Ну вот так вот. Посмотрите, как собаки развлекаются. Так. Вдова солдата сообщает, что ее
переполняли эмоции и счастье, так как она побывала над конюшней Путина и в церкви Путина. Да, он водил вдов. Вдова, ее мужа Путин отправил на преступную войну, где муж и погиб. И она рада увидеть конюшню и церковь Путина. Счастье человеку привалило, порадуемся за нее. Ой, кошмар. Так. Чистки в китайской армии могут быть вызваны фантастической коррупцией. Да, товарищ Си там чистки какие-то устроил. Все продали. Да. Что тут еще у нас? Ага, глобальное потепление добралось до Норвегии. В столичном Осло установлен новый температурный рекорд. Минус 31,1 градуса Цельсия. Это самая низкая температура, зарегистрированная в стране за более чем 150 лет. Потепление, да. Комментарии. В Норвегии 31, в Швеции минус 43, в Финляндии 44. Страны Северной Европы охватили сильные морозы. Да. Так, Селятино, Наро-Фоминский район. По всей видимости, в Подмосковье развал коммунального хозяйства принял обвальный вид. Люди стоят здесь, Селятино мерзнет, плакат. Мерзнем, Селятино. Так, в Ростове-на-Дону, я первый раз попал в тюрьму. Люди сидят без электричества уже почти 12 часов. Без света остались жители домов на улицах Текучего, Черепахина, Варфоломеева, ну и так дальше. Ребята, ростовские-то есть, нет? Нифига себе. Ангар горит на площади 4000 квадратных метров. Это где, в Ростове греются? Нет. В Невском районе Петербурга горит. Ага. Что тут еще? О, ребята, это ужас на самом деле. Я открыл эту страницу. Спортсменка, комсомолка Наталья Варлей выступает: «Поддержите бойцов на передовой». Вообще, какое позорище, а? Вот как мы в нее были влюблены, вот вместе с Шуриком они там. Ой-ой, да, поддержите бойцов. Стыдоба. Так, и последняя у меня новость, это информационное агентство «Панорама» передает. В ГИБДД предложили ввести осенние и весенние шины. Ну вот так, ребята. У меня все на утро. Рыж, мы закончили. А он лежит. Вот подлец. Надо его за пузик, что ли, схватить. За пузик его надо схватить, да. Вот такой рыжий. Да лежи, лежи, леженький. Пока.